19 человек, в числе которых двое детей, спаслись севастопольские пожарные при тушении условного возгорания в торговом центре «Муссон». Учения прошли 24 августа. Сотрудники ведомства отработали взаимодействие с администрацией объекта, тактику тушения пожара в торговых центрах, а также отточили навыки поиска и спасения пострадавших. Работники и гости. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохранять спокойствие. По легенде, в одном из павильонов на первом этаже произошло возгорание из-за короткого замыкания. Сработала сигнализация и противопожарная система. Администрация торгового центра эвакуировала персонал и посетителей, а также попыталась потушить пламя самостоятельно, но безрезультатно. Силы и средства МЧС России по Севастополю прибыли на место происшествия в считанные минуты. Огнеборцы выяснили, что условно пламя отрезало путь к выходу людям, находившимся в кинотеатре на втором этаже. Основной задачей была у нас спасение людей с отрезанных на втором этаже в результате пожара. Вследствие по автолестницам было спасено 2 человека, а еще 17 были спасены по дополнительным специальным лестницам. На таких пожарах сложности возникают в основном с людьми. Непонятно, где они могут спрятаться. Это могут быть как дети, так и лица, которые неадекватно оценивают обстановку. В связи с этим они могут прятаться. Параллельно сотрудники МЧС потушили огонь в торговых помещениях. Условный пожар по замыслу учений охватил площадь почти в 300 квадратных метров. Учения длятся не менее 2 часов. В среднем все учения. А если бы это был бы пожар, это бы время растянулось бы часов до 10, до 12 тушения пожара. На таких объект очень сложный, большой, большая пожарная нагрузка, много магазинов, много людей. Это вот большая сложность. Поэтому определенный наивысший ранг пожара, еще раз повторюсь, номер 4. Всего к тушению пожара на объекте с массовым пребыванием людей привлекаются около 60 человек личного состава и 16 единиц техники.